очень рад быть на этой сессии и вообще на этом мероприятии. Спасибо большое за то, что настоял, чтобы я приехал. В преддверии выборов мы считаем, смотрим на часы, ждем и дождемся, когда этот день наступит. И большое спасибо, и очень рад встретиться и узнать Владимира Рыжкова, всех других участников, гостей мероприятия. Рашад такие много очень интересных мыслей сказал, что хочется подискутировать и поспорить, и согласиться со мной. Но, наверное, сначала нужно высказать то, что я собирался сказать, и потом, может быть, дойдем до дискуссии. Я назвал то, что я хочу сказать, полосатая ворона евразийского пространства. Полосатая, потому что Кыргызстан не совсем белая ворона, но все-таки отличает ее определенные систематически, регулярно происходящие события, явления в этой стране, которые и явились после того, что мы заговорили о Кыргызстане в нескольких репликах после выступления в первой сессии. Кыргызстан, завтра состоятся выборы, и лично я до сих пор не знаю, сегодня кто-то, несколько людей спрашивают, кто выиграет, я не знаю. И для кого-то, конечно, для очень многих это вроде бы очевидный признак демократии. Именно в демократии должно быть так, что в преддверии выборов никто не может предугадать, кто это выиграет. Я бы не согласился, чисто логически и принципиально это не должно быть критерием демократии, но в Кыргызстане эта непредсказуемость исхода выборов завтрашних больше говорит не столько о демократии, сколько о более настораживающих возможностях, о которых, возможно, вскользь я скажу сейчас. И Кыргызстан, когда я говорю, что Кыргызстан как полосатая ворона среди ближайших стран-партнеров, среди евразийских наших соседов и партнеров, то очень многое из того, что говорилось об общих чертах о наших странах, на самом деле, естественно, применимо и к Кыргызстану. Кыргызстан не является чем-то инородным, извне пришедшим в этом регионе. И, естественно, исходя из советского прошлого, очень много сохраняется. Но в то же время, в довольно важных аспектах, Кыргызстан не смог быть похожим, супротив желания убелить Кыргызстан. Так, насчет схожести с другими странами. Очень сильно проявляется каждый раз все эти годы персонализм власти в Кыргызстане. И персонализм не только власти, но и вообще в политической жизни, что вся политическая элита и разделение, группы, влияния, они все концентрируются на персоналиях, на конкретных личностях, людях. И, естественно, наиболее важной персоной всегда являлась персона президента. И то, что мы сейчас и наблюдаем, и даже в нынешний период. Также очень слабая и подслуживающая президентской исполнительной власти, судебная власть и в общем, слабость так называемого верховенства права. Оно применимо ко всем нашим странам, и в Кыргызстане в том числе. Превосходство президента и офиса президента над другими центрами власти, то, что Владимир Александрович сказал, как суперпрезидент Шлысен, который на самом деле в какой-то мере присутствует даже в Кыргызстане, который в риторике властей называется парламентской республикой, которой, естественно, по сути она не является. И офис президента очень ясным давлением над и правительством, и парламентом, и тем более судебной системой. И все это, однако, вот в этих чертах мы все похожи. Все это делается, однако, до поры до времени. Пока оно получается, использование, неправильное использование всех этих рычагов, оно делается, пока оно получается.
Но кыргызская элита политическая, она пока не научилась принципу «не навреди», особенно не навреди своему положению, или «как не перешагивать за пределы разумного», или «как не перегибать палку». И, естественно, каждый раз, когда кыргызская элита, правящая элита перегибает палку, за этим следовал эффект бумеранга. Это было 2 раза, и я не знаю, будет ли 3-й раз завтра. В этот момент, теперь перейдем на отличия. Что отличает Кыргызстан? Принципиальные, более-менее интересные отличия Кыргызстана от других наших стран. Во-первых, как многие очень исследователи, политологи, аналитики говорили, в ранней стадии постсоветского периода Кыргызстан утерял возможность выстроения единой элитной иерархии, или как Генри Хейл называет единую пирамиду, На самом деле Хейл в сравнении с Украиной и Кыргызстаном думает, что Кыргызстан является single pyramid, а Украина competitive pyramid. На самом деле я считаю, что в Кыргызстане в Кыргызстане не получается выстроить эту единую пирамиду. Но тем не менее, каждый раз каждый новый президент пытается это сделать. Единая пирамида имеется в виду, что никакие другие соревнующие, конкурирующие группы влияния не претендуют на тот уровень влияния или на возможность смещения действующего лидера. Построить устойчивую, надолго играющую пирамиду единую сейчас либо невозможно, либо крайне зыбко и кратковременно каждый раз. И каждый период относительной стабильности характеризуется наличием конкурирующих пирамид. Ввиду зыбкости и хрупкости каждого из всех существующих порядков в Кыргызстане, из-за того, что всегда существуют вот эти конкурирующие силы политической реалии, сложились некоторые инстинкты выживания. Эти инстинкты выживания в политэкономической плоскости Йоган Эйнбан, недавно наш коллега, назвал моделью инвестиционного рынка. Государство как инвестиционный рынок. Это, мне кажется, его название является больше эвфемизмом, нежели чем-то более содержательным. Слово «коррупция». Очень системно коррумпированная система государства, когда человек приходит от самого низкого до самого высокого поста государственной службы для того, чтобы заработать. Заработать до того момента, когда непредсказуемо он будет уволен. Мне кажется, Эйнбаль, рассказывая об этом инвестиционном рынке, как государство в Кыргызстане, он несколько не учел, он говорит об обыденной жизни в Кыргызстане. Это всегда нормальной жизни, которая длится каждый раз, получается, где-то 5-6 лет, или Лукаев, это было чуть дольше. Это на самом деле так, но оно очень часто разрешается в более серьезные катаклизмы, как это было в 2005-2010 годах. То есть необыденные времена у нас бывают, и об этом, мне кажется, более, может, смущая краски, пишет Эрик Магличи, который... Слово «хаос» он применил к Кыргызстану, в отличие от насилия и династий, соответственно, к Узбекистану и Казахстану. И исход равенства рынка в том же смысле ниже. То есть в общем можно применить слово «хаосократия», то есть не очень часто используемый термин, изживший себя литературой транзитологии. То есть в Кыргызстане вот эти моменты, обыденные времена постоянного подкупа, постоянного инстинкта выживания политэкономии Кыргызстана, они в какой-то момент из-за уже сказанного перегибания палки, оно выливается в разрежение, которое
собой хаос и новые попытки затем построить новые какие-то структуры конфигурации власти. И касательно идеологической части, этой условной, так скажем, хаосократии, Кыргызстану не удавалось в том числе взрастить какую-либо устойчивую и конкретную идеологическую линию. Это особенно видно, если сравнить с тем же Казахстаном, где мы находимся, или с Узбекистаном, или в России. А Кыргызстан мечется от стороны в сторону, от мысли до мысли, от концепции к концепции, от одних ценностей к другим ценностям. Страна пребывает в устойчивом непостоянстве как в политической жизни, так и в идеологической. В последний период, имея в виду период с 2010 года, то есть установление нынешней власти, и особенно именно президентства Атамбаева, в идеологическом плане намечается нечто интересное, если не настораживающее. Это я условно называю как смесь двух трендов течения. Одно – это революционность, революционная идея, революционное происхождение власти. Не знаю, как лучше назвать это – революционность. И, с другой стороны, национализм. Революционность в основном служила аргументом самоутверждения и легитимизации власти Атамбаева. Особенно на фоне того, как он ушел к власти. Естественно, он в первые времена, наверное, испытывал какой-то комплекс перед более легитимными правителями в регионе, но его ответной реакцией или ответным ходом было все время систематическое утверждение своей революционности. Но она также систематически представлялась как то русло, которое должно привести к обновлению и в том числе к омоложению руководящей элиты страны. То есть революционность, она некая оболочка идейная, которая в том числе в себе содержит идею смены элиты, идею инноваций и идею нового подхода к политике и к общественной жизни. Условно можно сказать, со всеми ее проблемами и проблемным и желаемым в этой идее, то, что назначение нынешнего совершенно нового состава правительства можно рассматривать как реализацию этой цели омоложения и обновления под рубрикой революционности. И другое – национализм. Национализм был продиктован соответствующим этнонациональным проявлением из-за событий июня 2010 года, трагических событий. Но он впоследствии, особенно в речах Атамбаева, выступлении Крыма, форму больше форму и язык некого суверенного, мое название, более суверенного национализма, или национализма в смысле национальных интересов, неприятия критики извне, и чаще всего антизападная риторика, и все, что касается Америки и так далее. То есть национализм, который изначально был очень опасным и способным привести к потрясениям в Кыргызстане, был постепенно повернут в сторону внешних угроз и, естественно, игнорирование или замалчивание поистине национальных проблем внутри кыргызстанского общества. И что мы имеем на сегодняшний день? Возвращаясь к настоящему времени, мне кажется, то, что происходит между Кыргызстаном и Казахстаном, и почему это все происходит, это является таким кратким сжатым диагнозом всего того, о чем я сейчас говорю. Если все, может, не все в полной мере знакомы с ситуацией. Ситуация такова, что, как уже сказали, мы прилетели на самолете. Признаю, что самолетом было легче, лучше, и не очень нравится мне на такси ездить, хотя все время так и делаю. Граница закрыта. Почему? Потому что граница или прикрыта, закрыта или прикрыта, я не знаю. Почему? Потому что власть в Казахстане отреагировала на крайне нелестные и обидные слова Атамбаева. Он, в том числе Атамбаев, намекнул на возраст Назарбаева, что омолодить стоило бы власть в Казахстане, нежели в Кыргызстане. А почему Атамбаев это сказал? Потому что Атамбаев почувствовал, что ему показалось,
что Назарбаев очень явно подыгрывает оппоненту власти в нынешней президентской гонке Улугбеку Бабанову. И все, о чем это говорит? О том, что, во-первых, как мы называем, инкамбент, существует нынешняя сидящая во власти элита, она не научилась передавать власть. Сейчас в Кыргызстане главный вопрос, каким бы ни был исход, смиряться ли с исходом проигравшая сторона. И как поведет себя по отношению к проигравшим выигравшая сторона. И это говорит очень важно, очень ясно о том, насколько, во-первых, власть в Кыргызстане не институционализировалась. Демократия или видимость демократии на самом деле не является таковой, или, по крайней мере, не случилось таковой. И как бы нелестно ни было, не была ремарка Жанаса Ахметова, что завтрашние выборы и следующие через 6 лет будут сделать Кыргызстан примером для остальных. Мне хочется, пока мы не должны говорить «гоп», пока не припрыгнули. Завтрашний день покажет, насколько Кыргызстан на самом деле может претендовать на примерность себя для других. И вот, да, мне кажется, вот на этом я и закончу. Название модели управления Кыргызстана я не знаю, но вот в этом, в общем, портрете, наверное, появляется его полосатость. Спасибо огромное, Игорь.